режим пребывания вне черноморских государств. Вне черноморских государств в акватории Черного моря, собственно, он достаточно жестко регулируется конвенцией Монтрё. Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко. Разумеется, присутствие натовских кораблей, концентрированное присутствие натовских кораблей, ну, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами Альянса. Конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины. Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.